Всем привет, с вами Прия. Сегодня пришло время подвести итоги розыгрыша, который в течение 2 или 3 недель велся в ВК-группе. Подведем итоги через приложение Random App. Все, что нам нужно, это скопировать ссылку розыгрыша. О, так, теперь надо глянуть, как тут вообще все это делается. Походу, интерфейс поменялся. А, нет. Так, нас интересует поделившиеся с друзьями, количество победителей 1, только члены группы. Далее. Так. 110. Человек, удовлетворяющий требования, то есть получается 123 человека репостнуло. 13 из них, в принципе, даже не подписалось на группу. Зря. Узнаем победителя. Никита Ковалев. Онлайн, Краснодар. В активном поиске. Парнишка, кстати, между прочим. Он победитель жетона, так что, дорогие дамы, можете к нему попроситься на жетончик. Так, репост был выполнен в течение получаса после старта розыгрыша. Кайфово. Здравствуй, ты выиграл жетон в моей ВК-группе. Поздравляю тебя. Это пиши свой батл так для передачи вы и крыша. Точка. Жду в течение 24 часов. Он даже онлайн, и, скорее всего, я смогу ему передать. Он уже принял заявочку. Посмотрим, что он ответит мне. Никита. Хотя он с мобилки в сети. Поэтому возможно, что он не примет сейчас свой выигрыш. Но в любом случае, после этого розыгрыша стартанет новый. Но небольшой блок интересной информации в закрепленных новостях в ВК-группе все-таки еще повисит. Жетончик сейчас сколько стоит? 175 тысяч. Ну, в принципе, при 14 лямах отдать 175 тысяч на благо людей — это не особо затратное дело. Я бы хотел, на самом деле, чтобы он прямо сейчас отписал мне батл так, и я передал бы ему. Сиркози 2607. Чудно. Сейчас я ему напишу, чтобы он создал персонажа на Гордуне. Ага, у него уже есть персонаж на Гордуне. Отлично. Значит, либо он играет там, либо играл, либо вообще хай-левельным контентом каким-нибудь занимается. Все от него зависит. А, ну он заходит, то есть отлично. А, я чувствую это надолго. У него попытка вывести агент обновления Blizzard из режима сна. Увы, придется отдать ему уже выигрыш вне записи. Ну что ж, продолжайте участвовать в розыгрышах, подписывайтесь на ВК-группу, подписывайтесь на всякие другие интересные ресурсы, влетайте в Discord, заходите на стрим. Всех вам благ, счастья, здоровья, не болейте, до скорого. В итоге мы пришли к общему мнению, потому что я просто-напросто скину ему по почте ту голду, которую стоит жетон, то есть 175 362. Надеюсь, она не поменяется, потому что будет не особо кайфовенько.
Сколько там? 175, 362, да. 362. Серкози. Да? Я правильно ввел? Серкози. Да, вот так вот сделаю. Типа, что, мне жалко, что ли? Тупо округлю, да и все. Берегите ноги.